холле манежа «Красная звезда», самый титулованный самбист планеты, встречает гостей. 18 раз в нашем регионе состоялся всероссийский турнир по самбо на призы Александра Пушницы. Каждый новый старт, каждого соревнования, этот турнир, ты с волнением на него приходишь, кажется, уже все отработано, все равно что-то волнуешься, и это большой праздник для всех. Я надеюсь, и для города, и для области тоже праздник. 250 бойцов, 17 регионов России и стран ближнего зарубежья. Красочное торжественное открытие и титулованные гости. Отметивший свое совершеннолетие, престижный турнир традиционно вызывает интерес как спортсменов, так и зрителей. Такой атмосферы нет больше нигде. И в Омск приезжает из очень многих регионов, из сопредельных государств, очень сильные спортсмены, которые приезжают сюда именно потому, что дух самбо и дух честной борьбы, как нигде, наверное, в другом месте здесь не присутствует. И каждый раз, по-моему, все больше и больше участников соревнований. И, конечно, сложнее, потому что конкуренция больше, но и победа в этом смысле всегда гораздо более ценная. Участниками престижных соревнований стали мужчины в возрасте от 18 лет и старше. За 3 дня комплекты медалей разыграли в дисциплинах спортивное и боевое самбо. На ковре амич Иван Сапивской в синей форме. Сражается за победу в весовой категории до 68 килограммов. Базовая борцовская подготовка, сильная ударная техника и огромное желание победить при своих болельщиков помогли Ивану завоевать золото турнира и выполнить норматив мастера спорта. Боевое самбо – вид спорта для храбрых. На 30% быть ударником, борцом, думать. Как бы там и руки, и ногами удары, и руками, и борьба. То есть, ну, универсальным более. Каждое движение, оно, в принципе, нейронные связи, поднимает интеллект. Количество участников турнира с каждым годом растет. Иногородние борцы в Омск едут с удовольствием. Здесь достойные соперники, высокий уровень организации, плюс возможность повысить свой спортивный статус. Хочу сказать, это первое соревнование, которое я бился по боевому, и в 2014-м. Я здесь же выполнил мастера спорта, уже по спортивному самбо. Также первый раз боролся по мужчинам, по возрастной категории. Ну вот, это получается турнир открывает для меня постоянно новые двери, перспективы в спорте, в карьере. По итогам всероссийского турнира на призы Александра Пушницы омские спортсмены смогли раздобыть 16 наград различного достоинства, включая 3 золотые медали.